Всем привет, девочки мои! Пришла посылочка от Василька, и мне не терпится ее уже распаковать. Посылочка такая вот, вроде бы, кажется, маленькая, да, снаружи. А это потому, что здесь в основном летние вещи, они занимают места мало, но на самом деле вещей я заказала немало. Помимо того, что я заказала себе, заказала еще подарочки соседки, внучки. Так, ну что, вот такая вот куча. Вот. Честно говоря, опять подзабыла я, что заказала. Так вот, в общих чертах что-то помню, а что-то не помню. Вот, сколько вещей. Сейчас мы будем их рассматривать. Подробности узнаем сейчас. Посмотрела я сейчас, что там я заказала, чтобы немножко напомнить себе. Заказала я не только летние вещи сейчас, но уже потихонечку я готовлюсь к осени. До этого дойдем. Значит, первое, что хочу я вам показать, это вот такой вот сарафанчик я заказала. Девочки, заказала 52 размер, ну, потому что мне понравился вообще вот этот вот цвет. Посмотрим, и мне кажется, 52 должен мне подойти. Ну, цвет вот такой вот, прямо голубой волны. Мне нравится. И поэтому я прям вот захотела такой сарафанчик. Ну, опять же, вот видите, что мне здесь понравилось. Это ж вот эти опять веревочки, вот эти бретелечки тоненькие. Это просто вот прелесть, чудо. Так, тут еще надо разобраться в эту систему, понять. Но это уже когда буду мерить, ладно, я пойму. Но то, что тоненькие бретелечки, а сзади, видите, немножечко как боксерочка идет. И все. А дальше сарафан идет прямой. Поэтому я думаю, что мне 52 размер вот этот подойдет. Но цвет голубой просто мне нравится. В общем, то, что эта вещь не приталенная, это классно. Что у нас внизу? Внизу обшито. Внизу такая вот еще штучечка есть. Вот такая вот. Вот, ну, это просто как для красоты. И все. Вот такой вот абсолютно прямой. На бретелечках такой вот сарафанчик. Классный. Для дома вот то, что нужно. Я такие просто люблю, обожаю. Я с ними не могу расстаться. Цены, девочки, я буду писать где-нибудь вверху. Сейчас не буду тратить время на эти цены. Значит, вот это 52 размер, а вообще у меня 54 размер. Заказала я себе еще сорочку. Уже не помню, какую, но заказала сорочку 54-го, чтобы это была вещь на мне свободная. Чтобы мне не нужно было... Чтобы она мне нигде ничего не оттягивала. А вот за что я выбрала сорочку, то, что она без рукавчика, да, то, что можно тоже носить вот в жару летом. Вот тут вот чуть-чуть резиночка идет, присобрана. Так. И со спинки тоже резиночка. То есть она идет и впереди, и сзади. Так. Немножко, мне кажется, она приталенная. Ну, было бы мне, может быть, лучше даже заказать не 54, а может быть даже 56 размер. Ну, посмотрим. Расцветочка такая вот легкая. Ну, это как раз вот то, что для пижамки, то, что нужно. Длина обычная. По-моему, здесь обычная длина. В общем, простой такой крой. То, что нужно. Вот как летняя сорочка, тоже по дому можно рассекать в такой. Ну, что, славненькая. А
А еще, девочки, заказала я себе уже на осень. На осень готовлюсь. Два костюмчика. Один костюмчик вот такого приятного цвета. Это такой, знаете, вот светло-бежевый, легкий беж. Ну, может быть, этот цвет называется чуть-чуть по-другому. Может быть, это пыльная роза. Ну, не помню, врать не буду. Так, ну из чего у нас этот костюмчик состоит? Посмотрим. Вот такой верх. А вот что мне понравилось в этом костюмчике, то, что вот эта кофта, она без капюшона. Очень много вещей с капюшоном. Если вот одевать под куртку, под пальто, не очень, ну, капюшон этот будет мешать. Это во-первых. А во-вторых, вот этот цвет, он подходит по цвету к моей куртке. Длинный рукавчик, манжетик, отделочка вообще идет черная. Внизу тоже идет вот такой вот, как манжетик, на молнии, карманчики есть, два кармана с боков. Ну и на плече вот такая тоже черная отделочка идет. В общем, мне вот эта вот модель, сама модель понравилась, ну и цвет тоже вот такой я люблю. Так, кофта мне уже нравится. И вот такие брючки. Брючки наверху на резиночке. Лампасы черные вставлены с боков. Так. Карманов нету. Нету карманов. И внизу идет брючка. Просто брючка без резинки. Вот такой вот костюмчик. Неплохой, неплохой. Так, что здесь состав? Я вижу, что здесь состав, помимо хлопка, еще есть что-то, еще какая-то нитка, если я сейчас найду. Костюм этот 54 размера. В общем, я не нашла бирочку там, где написан состав. Написано на этикетке хлопок 100%, но я просто чувствую, что здесь хлопок, скорее всего, процентов 80, а остальное... Может быть, полиэстер, эластан, что-то такое. Ну, немножко вот так вот тянется. Тянется, в общем-то, нормально. Вот. Ну, в общем, костюмчик мне все равно нравится. Мне нравится его расцветка. И он такой просторный, то, что я хотела. И еще такой серенький костюмчик, посмотрим. 54 размер тоже. А вот этот костюм, он уже трикотажный. Это вот такой уже для дома. Но это, знаете, как костюм, как пижама даже можно носить. Рукав такой, знаете, как средний, 2/3, скорее всего, рукавчик. Вот такой принт. И вот это вот сделано как туничка. Вот что мне еще понравилось. Здесь вот с боков есть разрез. Вот видите? Вот такой разрез. И она удлиненная. Футболочка. Она как туничка может выглядеть неплохо. Да? И вот такие вот зауженные к низу, как трико, штанишки. Сверху резиночка. Вот здесь вот просторненькая, хорошая резиночка. Так. Вот такая бирка интересная. А что на ней написано? Вискоза 95, лайкра 5%. Интересное дело. Вискоза. А чувствуется просто как трикотаж. Я даже не подумала, что это вискоза. Вот, но такие вот штанишки без карманчиков, с черными тоненькими лампасиками с боков. Все, карманов нету. В общем, это надо померить. 54 размер и один, и другой. Костюм называется бриллиант, серо-черный меланж. Вот это вот. Люблю такой цвет, честно говоря. У меня такого цвета есть еще и кофта, и еще много чего. То есть это можно будет эти вещи сочетать друг с другом.
еще вам хочу показать, что я заказала на стюльке. Заказала я сарафанчик. Пока лето еще, пока жарко. Вот такая веселая расцветочка. Размер, рост 122 у нее. Ой, какая милота. Ой, прелесть. Я не могу. Видите, да, какой он тут вот расклешоненький. Ой, я думаю, ей понравится. Ткань очень легкая. Вообще для детей они делают очень хороший прям материальчик такой трикотажный, но он такой, знаете, нежный, тоненький, нежный. В общем, я думаю, то, что нужно девочке на лето, вообще классно. 122 размер. Как раз у меня сейчас будет. Ну, она когда приедет с моря, вот померит у меня во влоге, увидите обязательно, девочки. Так, ну и чем я решила порадовать свою соседку? Заказала ей халат. Прошлый раз я ей заказывала халат, но она точно не знала свой размер, и халат тот оказался ей мал. Вот, на этот раз мы решили уже подстраховаться. Заказала ей халат 62 размера. У нее 60-62. Большие размеры есть. У меня соседка, она такая вот, ну, крупная женщина. Вот. И большие размеры есть. Вот у кому нужно большие размеры, там и 70, и за 70 есть. В общем, такой вот домашний халатик. Ткань приятная, тоненькая. Ну, такая вот трикотаж, но он такой вот легкий, тоненький трикотажик. Коротенький рукавчик. Расцветочка, мне кажется, вот для дома то, что нужно. Такая нейтральная расцветочка. Халатик на молнии. Дальше идут ниже карманчики. Вот. И вот внизу вот такой халат. Все, молния идет снизу. В общем, приличный, я думаю, халат этот должен ей размер уже подойти. Да, я думаю, должен подойти. Тоже она мне в отъезде сейчас приедет. Я ее порадую. Ну и еще заказала я ей ночную сорочку, но сорочку уже решили заказать 64 размера, потому что сорочка все-таки должна быть попросторнее. Посмотрим сорочку. Вот такая вот сорочечка. Ну-ка. Ага. То, что нужно, это как раз вот для лета. Без рукавчика. Сверху вот тут идет как вот такая планочка. Немножко накладная. И дальше уже идет она просторная совершенно. То есть моя соседка, она крупная, начиная сверху. И вот эта планочка будет вверху над грудью. А тут уже все будет просторно. Вот это вот то, что нужно. И ткань очень хорошая. Расцветочка светленькая. И размер, я уверена, это точно и подойдет. Вот она будет просто дышать и отдыхать, и наслаждаться. Надеюсь, я соседке своей на этот раз делаю подарочки, которые ей подойдут уже. И что еще я заказала? Заказала полотенчики, девочки. Заказала два полотенчика. Ну, розовый и голубой цвет. Размер у них одинаковый. Размер 40x70. Вот такой. Это полотенчики. Я люблю очень часто менять. Это кухонные для рук. Полотенце для рук. 83 рубля стоит и одно, и другое. Это Узбекистан. Здесь 380 грамм на метр квадратный. Но для рук это вот полотенце то, что нужно. А для лица можно взять и
430, например, миллиграмм. Там махра просто покрупнее, а здесь махра помельче. И поэтому вот то, что нужно. Эти полотенца я меняю каждый день, потому что, когда я готовлю, постоянно оно у меня мокрое. Руки без конца мою, без конца вытираю. Вот, ну все, мои хорошие. На этом видео хочу закончить. Все свои новиночки, обновочки, покупочки, подарочки я вам все показала. Ссылочку на Василек я оставлю в описании. Заходите по ссылочке, и вы увидите очень много интересных вещей. Там и для детей, и для мужчин, и для женщин есть любая одежда. И размеры есть от мала до велика, детская одежда, и крупный, для крупных женщин, крупные, большие размеры есть. Так что заходите, цены очень лояльные, недорогие, я люблю Василек. И мне нравится то, что это натуральные ткани, хлопок, трикотаж. Вещи все удобные. На мне, кстати, тоже вот эта вот трикотажная вот туничка. Я ее люблю, очень нежная ткань. Покупала я раньше, уже больше года назад. И вот с удовольствием я ее ношу по дому, вот эту туничку. Ну все, мои хорошие, оставляйте комментарии. Пишите, что вам понравилось. Если какие-то вопросы, задавайте. А я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.